За неделями досмотра прошли более 400 мужчин. У троих врачи выявили злокачественные опухоли. 10 человек с подозрением на предраковое состояние направлены в онкодиспансеры Новороссийска и Краснодара. Проведение регулярного медицинского обследования у женщин и мужчин старше 50 лет является наиболее эффективным мероприятием по выявлению злокачественных новообразований. Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения и носят социальный характер. Чаще всего причина – это позднее обращение к врачу. Для того, чтобы выявить онкологическое заболевание на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявляются, необходимо регулярное медицинское обследование. Эта неделя посвящена женскому здоровью. За минувшие дни обследования уже прошли порядка 150 женщин. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту. Он после общего осмотра направит к необходимым узким специалистам. Медики особенно рекомендуют пройти медосмотр женщинам старше 50 лет, так как они находятся в группе риска. Важно знать, онкология, выявленная на ранних стадиях, успешно поддается лечению.